И вот он прям предупреждает: у нас сегодня в компании будет человек новенький. Лех, будь добр, пожалуйста, без вот этой хуйни. Я такой: нет. Мне смешно, может, к сожалению, когда человек падает на роликах, жестко разбивает рожу себе об асфальт. Мне очень сильно смешно, потому что, ну а что может быть смешнее этого? Юр, а я могу, блядь, взять ежа и вот так сделать. А ты скажешь: не можешь. Я такой: ну, бля, не могу. Потом как-то оказалось, что это все-таки род деятельности, оказывается. То, что, чем я занимаюсь. И то, что я людей заебываю, это тоже род деятельности, оказывается. Что было дальше, пригодилось. Если я скажу, кто пернул, скажу: я не знаю. Тогда, типа, извините, я соврал. Все, супер, пойдем там попиздим. Успели, пока солнце не зашло. Лена, слушай. Я просто ее пиздец как люблю. Я просто ее обожаю. Я не знаю, как так? А кому показывать? Показушно? Я показушно, я люблю говорить, что я никогда не изменяю, потому что мне кажется, что я один такой. И поэтому я такой: вот так, пожалуйста. Но в целом, я просто ее не знаю как, но она классная. Без домашки нельзя. Ну, нельзя. Я ее должен делать. Кто ее должен делать? Нельзя. Ну, слушай, такая. Он говорит: мне задали. Я говорю: ну, делай. Он говорит: я не знаю, какая я, блядь, откуда знаю, как ее делать. В первый класс пошел, и я тут же такой: я сейчас буду это делать, что ли? Английский. Я английский вообще не понимаю, блядь. Да там и в русском проблема, честно говоря. Сказуемо, подлежащий, хуй знает, что это такое. Я вообще не знаю. На день ВДВ полно, конечно, абраганов. Он просто и все. И ты такой: если такой человечек, пойдемте, мы сейчас придем. И не придем. И все, понимаешь? При необходимости совершить убийство мирного жителя. Вот это да. Это очень сложно. Два типа. Одни ломаются, ломаются да. Сильно такие: блядь! Вот такой. Он едет к нам напротив, а папа ему говорит: здорово, говнюк. И я знаю, что его сейчас разорвет, если я что-то скажу. Ну, я что-нибудь про жопу. Достаточно просто что-то про жопу сказать. Он катается, валяется. Да не во-первых. Я вообще не понимаю, почему быдло — это обидно. Я вот не понимаю. Ну, то есть, как по мне... Из видеоблогов крадут все навески. Уковыряться в носу нельзя, и в жопе даже. Вообще, ладно, в носу. В жопе вообще обидно. Просто бабушке не дает дверь открыть. Это ж пиздец, как смешно. Ему, наверное, там, типа, 14, и мне вот 10. И он, блядь, держит, и бабушка дергает, и я вот так вот стою, и она: Светочка! И это моя сестра: я знаю, что это ты! Вот такие: еще смешнее. И он берет в какой-то момент просто в наглую щеколду. Хуяк, вот так вот. И вот от вот этого просто одного звука я такой... И я стою, и все. И я просто обоссываюсь. Он на это смотрит, он еще больше: а нам нельзя, мы молчим. Она дергает: Светочка! У меня уже, я такой: ай.